сделать видео в первой половине дня. Потом я накрашусь и что-то сниму. Потому что вчера все-таки я так ничего не сняла. Сидела, делала рассылку. На почте делала рассылку. И, кстати, хотела сказать по поводу чая. Этот чай очень классно пахнет. Это как бергамот. Королева Виктория, по-моему. Королева Виктория. Юрка купил. Не думал, что это бергамот. Думал, обычный черный. А получился такой пахучий-пахучий. Очень вкусный. Я сегодня опять планировала встать пораньше. Не получилось. В 10 часов проснулась. Хотела 8. Будильник завела. Проигнорила его по полной программе. Я хотела сказать большое вам спасибо за то, что вы со мной смотрите мои влоги. Вы реально очень сильно мотивируете меня снимать хоть что-то, да, действовать, как-то жить. Я очень довольна, что я решилась снимать влоги каждый день. Я, конечно, не знаю, насколько меня хватит. Я надеюсь, что... Ну, по крайней мере, я рассчитываю на целый год, что я пока что год буду снимать. Посмотрим, как дальше дела пойдут. Вот, конечно, будут перерывы, вот весной будут перерывы, я снимать не буду несколько дней. Ну а так, большое спасибо за то, что вы пишете в комментариях такие добрые слова. Я вас всех крепко обнимаю, большое спасибо, что вы со мной. Девочки задавали кое-какие вопросы в комментариях, я поотвечаю там по поводу камеры. Вот, я сегодня в этом влоге отвечу на эти вопросы. Только сейчас позавтракаю, потому что кушать хочу очень. Вот такой завтрак у нас сегодня. Кутя моя, кутя мамы. То, что мама делала. Персик маринованный, консервированный точнее. И пирожок, кстати. Вчера на ночь наелась, еле заснула. Я знаю то, что мама смотрит мои влоги. Мама, тебе большой привет и большое спасибо за персик. Я теперь хочу такой же персик закрыть, только 3-литровую банку. Как-то вот это вот мало очень, хочется побольше. И этот вкус, он, я не знаю, персик или косточки. Девочки, кто помнит, я не знаю, закрывали ли ваши родители, бабушки, абрикосы с косточками. Я вот этот вкус, именно косточек, которые закрыты, я просто обожаю. И персик сейчас тоже такой вкус дал. Хотя там косточки не было, очень вкусно, просто божественно. Так как в магазине покупное все равно не то, большое спасибо. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Сейчас у нас 3:30 дня, я до сих пор сижу за компьютером, монтирую видео про все няшки для блокнота. Это оказывается так трудно, ну на самом деле, если вот не разговорное видео, никогда я там что-то показываю, да, а без моего лица, чисто вот на столике, я рассказываю, раскладываю. Это на самом деле для меня как-то вот сложно именно монтировать. Конечно, все получилось хорошо по свету. Мне понравилось, в принципе, как я все тут разложила. Видео красивое должно получиться, тем более все такое милое я показываю. Так что, девочки, если вы не посмотрите, я реально обижусь, потому что я очень стараюсь. Сейчас вам покажу, как это все выглядит. Вот сама дорожка. Видите, сколько всего? Это все нарезано. Все нарезано. Вот музыка там будет добавляться. Видео будет длиться где-то 11-12 минут. Капец. Еще Алинка задавала в комментариях вопрос по поводу камеры и книг. Что я могу посоветовать? Ну вот из камеры самая такая влоговая камера, хорошая, конечно, Canon PowerShot G7X Mark II. Это новая версия. Вот. Она, конечно, красивая, но дорогая. Она стоит 17 тысяч, как... Вот, видите, тоже экранчик поднимается вверх. Но она классная. Все блогеры заграничные, популярные, пользуются ею. Но там маленькая проблема с фокусом. На телефоне и то фокус так не шалит, как на этой камере. Ну, в принципе, если брать в кредит, в принципе, можно. Но если брать в кредит, я думаю, в рассрочку. Тут есть такие варианты. И приватбанк. Вот, ну, она того стоит, я вам скажу, и фото хорошее получается, в принципе, ее все-все советуют. Ну, а как вариант, есть вот такая камера подешевле, это Panasonic, у нас основная камера большая, это Panasonic, Lumix G80, очень хорошая. Здесь вот такая камера есть, маленькая, я ее пробовала, тестила на выставке, могу сказать, что тоже неплохая, стоит она на 3000 дешевле. 13 тысяч, вот, но если уже брать, то мне кажется, Canon лучше брать. Canon лучше, потому что вот Panasonic у нас большая камера, она не зеркальная, но огромная именно видеокамера, она очень хорошего качества, она не дешевая была. А вот такие маленькие, я не знаю, как они по качеству. В принципе, тоже советую, тут тоже съемный объектив, можно вот, ну, менять объектив, если хотите.
Так что такие дела. А по поводу книг, девочки, я сейчас прочитала одну книжку, и точнее, я прочитала уже одну книжку, и сейчас начала читать другую книжку. Прочитала я вот эту книжку. Стив Харви написал «Поступай как женщина, думай как мужчина». Советую, девчонки, прочитать. Вы узнаете внутренний мир своих мужей, мужчин, парней. Очень интересная книга, и ну, на самом деле она не так уж долго читается, очень просто все написано и интересно, что самое главное. Стоит она 97 гривен, это если, допустим, покупать ее, да, но вы бесплатно сможете закачать ее на свой телефон, просто поищите и все. А сейчас я читаю Михаил Лобковский, это психолог русский. Тоже читаю книжку, называется «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Очень классная книга, сейчас я где-то на 150-й странице и с удовольствием читаю перед сном. Представляете, я читаю, да, очень нравится, так что тоже могу ее советовать. Фух, наконец-то я видео сделала, иду сейчас делать себе кофе теперь. Я сейчас отсняла для вас два видео. Отсняла про полировку волос, девочки часто спрашивают меня в личке, и про басму. Юра, не сливай воду, когда я снимаю. И не сливай, блин, не сливай воду, когда я снимаю. Я ж не знала, мы кушать уже идем. Идем кушать. Сейчас идем ужинать. Вот, хочу показать вам, какая мне басма пришла. Я, по-моему, показывала, да, хна и басма. Вот трюга, хербел. Попробуем, не знаю, как она будет. Я надеюсь, видео будет интересным, но оно будет, наверное, длинным, именно про басму, потому что там я на эмоциях все так рассказывала, жестикулировала. Короче, должно быть интересным. Мы только что поужинали, у меня немножко съелся карандаш, сейчас докрашу, и хочу накрутить кудряшки. Я передела кофточку, сейчас хочу отснять третье видео, пока что я так разговорилась, так что эмоции есть, настроение есть, сниму видео про подарки, хотя бы первую часть, я не знаю, поместятся ли у меня все подарки в одно видео, я не хочу дольше 11 минут делать видео. Вот, девочки, если, в принципе, вам долго и нудно смотреть мои видео, вы всегда можете их ускорить. Просто нажмите на шестеренку, которая под видео, и поставьте на 1,5. 1.25 можно, но это будет более медленно. Я всегда так делаю, когда смотрю какие-то видео, и у меня очень мало времени. Кофточка мне очень нравится, она такая уютная, желтенькая. Мне она идет, девочки пишут. Классная, короче. Мне, кстати, это стул, это не я. Мне, кстати, Зафул отправил вещи. Едет ко мне 15 вещей, и, по-моему, там еще 4 на складе их нет. Должны скоро отправить. И хочу вам показать, сейчас Юрка помог мне отснять волосы, я снимала про басму, я просто их сзади не вижу сама, а на видео, когда смотрю, просто без ума от них, они такие классные. Раньше они мне так не нравились, не знаю, мне как-то периодами, посмотрите, они такие блестящие, и девочки, это все басма, вот я отвечаю, что это все басма, так что ждите видео, скоро выйдет. Буду продолжать краситься обязательно. Посмотрите, какие. Они, кстати, их больше стало. Они такие плотненькие. А это, кстати, волосы мои сразу после полировки волос. И здесь помялись немножко, потому что я в курточку их одевала. Точнее, курточку на них надевала. Вот. Но мне понравилась тоже процедура. Я все подробности расскажу отдельно в видео. Кому интересно, заходите, скоро будет. Получилось, мне очень нравится. Я люблю кудряшки, но делаю не часто, потому что не хочу волосы свои пережигать, потому что утюг все-таки как-никак он сколько там, почти 200 градусов, я не знаю, 160. Жалко волосики. Ах, смотрите, какой у меня пол красивый, зато натуральный. Отсняла я свои подарочки возле елочки, точнее под елочкой, вот. И сейчас вывожу все. Вывожу с фотика, вывожу с телефона. Сейчас буду монтировать влог. И завтра буду монтировать видео. Короче, очень много дел.
Вот, завтра, я надеюсь, выйдет еще новое видео на основной канал. Всем большое спасибо за то, что вы были со мной сегодня. Я надеюсь, влог коротким не получится. Ну, по крайней мере, там на 10 минут точно будет вам. Вот, я сегодня была такая активная и занятая, что даже некогда было снимать. Если вы этот влог смотрите утром, потому что я знаю, что некоторые девочки уже, в принципе, смотрят мои влоги по утрам, с чашкой чая или кофе, так понимаю, потому что я решила выпускать свои влоги в 7 часов утра, ну, чтобы все успевали. Всем хорошего дня, хорошего настроения или хорошего вечера, смотря кто когда включил. Всем пока!